Всем телезрителям, и снова мы на Galaxy TV. Мы рады вас видеть, и сейчас мы начинаем репортаж об отношениях между участниками. Скандалы, интриги, расследования только у нас на Galaxy TV. Поехали! Снял? Есть. Слушай, Олежка, говорят, короче, что там этот Вовчик из 1М кто-то мутит из нашей Иры, та, которая конкурсы бомбит. Ты Сабадаха? Да, Сабадаха. Вовчик Сабадаха, прикинь. Надо будет проверить. Мы покопались и узнали кое-что, нечто секретное, что даже не знаете вы. И мы хотим с вами поделиться на нашем телеканале. Ну что же, говорят, что Дана 3 дня встречалась с Медузой. И все же после длительных отношений Медуза бросила ее. Очень-очень трогательно то, что Полина подсматривала за этими отношениями, переживала очень сильно, но потом тоже расстроилась в Медузе. И говорят, что сейчас Дана встречается с нашим гитаристом. Еще мы не знаем с каким, то ли с Русланом, гитаристом, который ведет на вечерней программе, то ли с маленьким гитаристом. Мы ее обязательно найдем и с ним тоже пообщаемся. Рожков, слышишь, Олежка снял? Да, снято. Олежка, говорят, короче, что Никита этот, сухой, встречается с Мишей этим полным. И говорят, что они даже вместе спят, прикинь. Вот это реально трэш, я в шоке. Когда же Роман Голованов зарплату нам подарит? И сегодня у нас Эбби, темнокожий друг из Америки. Смотрите, она до сих пор загорает и хочет иметь еще темнее цвет кожи. Эбби, please introduce yourself. Yeah, my name is Abby and I'm from Florida. It's very sunny there. I'm brown. I'm 21. Ты с ним встречаешься? Ага, я. Он тебе нравится? Угу. Он такой секси, да? Да. Да, там все, накачанный, мускулистый. Все работают, чистят картофель. Итак, а сейчас вопрос к маме Полины. Мама Полина, это правда, что ваша дочь встречается с Александром Комаром? Нет, они просто друзья, они замечательные друзья. Саша очень хороший мальчик, прекрасный. И они просто дружат с первого класса. Вы думаете, что Полина так тоже думает, что они просто друзья? Я думаю, она тоже так думает. Ну ладно, мы это упустим, идем дальше. Итак, Galaxy TV, после фразы «У нас тут срач» мы начинаем наше интервью. Реально трэшевое видео. Поехали. Девчонки, скандалы и расследования. Поделитесь, пожалуйста, кто с кем там мутит, там кто там в обнимочку за ручку, пожалуйста. Влад с Викой с 1D. Влад с Викой с 1D, кто еще? Ну, там многие лидера. А ну-ка, поподробнее. Ну, например, Игорь. С кем Игорь мутит? Игорь мутит, ну пусть Вика скажет, она лучше знает. Хорошо, Вика, с кем Игорь мутит? Про Игоря не знаю, знаю только про Пашу Рыжкова. С кем Паша Рыжков мутит? Ну что, с нами прекрасная миледи с очень очаровательной улыбкой Эшли, мы хотим у нее спросить. Ты знаешь, кто с кем-то мутит в лагере, там отношения, там relationship? Что? Дубль 2, она говорит, что? Говорит, что? Олежка, поехали. Что, говорит? Все, вымахнули. Мальчишка, все нормально? Да. Я люблю такое. Ну что, поехали. Итак, с нами тот же самый Медуза. Лови вас, Медуза, которая разбивает девичьи сердца в нашем лагере. Скажи, пожалуйста, кто с кем мутит? Ты знаешь, какие-то интриги там, кто с кем куда там уединяется после 11, за ручку ходит или еще что-то? Ты что-то видел? Кто с кем мутит? Ну, Олег мутит с Эшли, он показывает, что он знает английский. А на самом деле, да? А на самом деле он просто выкобеливается. Да? А сейчас рубрика «Секретно», очень секретно, X-File. И мы нашли человека, который читает мысли, у него есть такой купол, и он знает нечто большее об отношениях в нашем лагере Galaxy TV. Только сейчас интрига, раскрывается полностью картина наших отношений. Расскажи, пожалуйста, об этом человеке больше. Громче! Он все время ходил на массажи. Он все время приблизуется вместе со старшими группами. Он их никуда сам не отпускает.
и очень почему-то долго задерживался на массажах у группы 4D и 3D. А как его имя? Антон, спортинструктор. Вот так вот. А также он был замечен с Яной Московкой, которая всем продает баунти. Итак, снова с вами Galaxy TV. Ну что же, мы пораспрашивали, узнали много чего интересного. Кто с кем мутит, кто с кем гуляет после отбоя, кто с кем встречается и кто кого ищет после 11. И самое главное, знаете, что наш Олежка-барабанщик мутит с кем? Он мутит со своими палочками, всегда делает свои причесочки и ходит в очках, чтобы не палиться, чтобы ходить без палева. Ну что же, скандал, интриги, расследования, и мы продолжаем. Galaxy TV. Олежка снял? Да. Сейчас. Вроде, да, все снято. Да, нормально снято. Я уже достала меня. Когда этот Голованов нам, короче, зарплату заплатит? Я хочу себе трусики купить, такие оранжевые. Вот эти, видел? Помнишь, мерседесики такие? Нормально. Ты че будешь? Как мне достало это все? Ой, не говори. Короче, я уже увольняюсь. На пляже пошли. Пошли на пляж покупаем. Попрыгаем.